Анонс и точная дата выхода 10 серии нового сериала «Художник». 10 серия сериала выйдет на интернет-площадке «Премьер» 6 октября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как начальник Рудакова рассказывает ему, что Журбин занимался операцией под кодовым названием «Вальс» и советует поговорить с Алексеем Петровым, который также входил в состав секретной группы. Петрова обнаруживают убитым в своей квартире. Кроме этого, пропадает папка с секретными документами. Рудаков узнает, что в Москву был заброшен немецкий агент под псевдонимом Вагнер, который внедрился в силовые структуры. А Ефимыч решает ловить прозрачного на живца. Напомним, 10 серия сериала выйдет в эфир 6 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.